так, я прояснять ситуацию готова в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно только в правовом поле. Либо через адвокатов, либо в качестве показаний в Сенате. Ты готова проехать в Сенат? Да, я готова, если мне будет обеспечена безопасность. Потому что сегодня я должна думать прежде всего о своей безопасности, о безопасности своей семьи, своих четырех детей, о котором, как оказалось, и об этом сегодня говорят средства массовой информации, господин Браудер собирал информацию, его команда собирала информацию о моей семье, о моем семейном положении, замужем я, не замужем, есть у меня дети, нет у меня дети. Они находили фотографии моего дома, отправляли это Кайлу Паркеру. Это известный человек в Палате представителей, который многие годы работает исключительно на господина Браудера, а не на конгрессменов и не на Конгресс. Дальше это все делилось с представителями Государственного департамента. Я не знаю, зачем ему это. Я могу лишь предполагать, что сегодняшняя ситуация, которая раскручивается вот так вот уже 10 дней или сколько-то там, это хорошо срежиссированная история конкретного манипулятора. Господин Браудер – величайший технолог манипуляции средствами массовой информации. И у меня нет никаких сомнений в том, что вся эта информация подкручивается, поддюживается и организовывается, и подпитывается этим человеком в качестве мести за тот проигрыш, который он потерпел в суде Южного штата Нью-Йорк по делу Привизон. Он не смог через прокуратуру Южного округа, через правительство Соединенных Штатов Америки, он не смог легализовать через суд свою лажовую историю, про историю его общечеловеческой трагедии, которой никогда не было, и битвы за судьбу человека, умершего, о котором он узнал еще после его смерти. Не могли бы прояснить роль Генпрокуратуры, потому что некоторые слухи, в общем-то, из переписки даже... Генеральная прокуратура Российской Федерации в силу федеральных законов Российской Федерации и Конституции Российской Федерации осуществляет надзор за расследование уголовных дел. И в этой ситуации здесь не надо искать никакой истории и не раздувать из мухи слона. Это вообще история яйца выеденного не стоит. Изначально это все формулировалось, как будто вы вместе с генпрокурором. Не я вместе с генпрокурором. Где я, где генпрокурор? Это...